Совещание прошло в режиме онлайн, обсуждались самые актуальные вопросы, связанные с областью ТЭК. К примеру, речь шла об инвестициях в отрасль. В 2019 году они составили 1 триллион 400 миллионов рублей. Отдельно была затронута тема льготного налогообложения, добычи нефти с месторождений с трудноизвлекаемыми запасами. Напомню, в программе активное участие принимает компания «Лукойл». Сейчас мы смотрим активно по ситуации, связанной с совершенствованием налоговой системы нефтяной отрасли. Анализируются в том числе результаты действия 2019 года налога на добавленный доход. Как я сказал, он дал свой эффект. Мы сейчас мониторим ситуацию с бензином. По нашим оценкам, в 2019 году общий объем добычи нефти на участках нефти, в отношении которых применялся режим налога на добавленный доход, увеличился примерно на 2,9 миллиона тонн. Сразу после совещания в торжественной обстановке объявили имена призеров окружного конкурса среди предприятий ТЭК «Черное золото Югры». Особо были отмечены достижения «Лукойл Западной Сибири». Общество признано одним из лучших динамично развивающихся вертикально интегрированных предприятий региона. Отдельно отмечены достижения предприятия в области социально-экономического партнерства. Также «Лукойл Западная Сибирь» признана лучшей в Югре по работе с коренным населением и за эффективность работы с недрами.